Это не тост, да, Паша? Ага. Сейчас. Это все металл, она реально металлическая. Вообще это единственная в мире сохранившаяся металлическая. Вот это, да. Ну да. Так вот, смотри, это тебе о чем говорит? Что они даже своих бывших врагов восстанавливают, находят на это деньги и не считают, не уничтожили их, не разобрали на запчасти, не выкинули. Не сдали в металлолом. Да, не сдали в металлолом. Это и есть показатель культуры. Азиатской культуры, которую мы считаем ниже своего. Ну это вы отца пытались считать. А? Ну тоже. А у нас получается, что каждый из нас пытается доказать, что он лучше. И она просто использована металлически. Вон, Union Bolts and Nuts.